котики рулят всегда. Наверное, поэтому Наташа и коты с забавной картинки превратились в главный мем года. Устами котов весь 2020-й озвучивались самые злободневные темы, а шутки множились геометрической прогрессией. Наташу в этом году так и не разбудили, зато бодростью отличился самарский морж Сергей Трифонов. Блогер-миллионник набрал популярность менее чем за год, снимая смешные видео о закаливании. От одного взгляда на моржа пробегают мурашки, а вот сам ныряльщик чувствует себя отлично. Это видео разлетелось по всему миру и собрало более 20 тысяч просмотров. Welcome to Russia. Конечно, пандемия коронавируса стала самой обсуждаемой темой на просторах интернета. Обязательным атрибутом для посещения общественных мест в этом году стала маска, что породило много шуток. Защитные маски носили сами и надевали на своих питомцев. Традиционно у пользователей интернета фотографии животных вызывали гораздо больше внимания. В этом году активно предупреждали людей о мерах безопасности. Без маски, без перчатки не выходи. Строго будет наказывать и штраф будет. В режиме самоизоляции оставалось только сохранять оптимизм и осваивать кулинарное искусство. Или совершать спортивные подвиги. Некоторые решались освоить экстремальные виды спорта, тоже дома, без снежных склонов и морских волн. А вот чихать и кашлять в общественных местах в этом году было категорически запрещено. Пошел вон! Несмотря на все сложности, самарцы сохранили позитив и радовали пользователей интернета новыми юмористическими видео. Елена Малютина, «События».